российские военные продолжают обеспечивать безопасность жителям Нагорного Карабаха. Военнослужащие миротворческого контингента обеспечили жителям Аскеранского района Нагорного Карабаха безопасность при проведении сбора зерновых культур вблизи линии разграничения сторон. Цель сегодняшнего дня – обеспечение безопасности и выполнение уборочных работ. Уборочные работы проводятся в Аскеранском районе, будут проводиться в течение недели. Уборочные работы проводятся вблизи линии разграничения, поэтому наше присутствие необходимо. Сбор пшеницы в отдельных районах Нагорного Карабаха начался с опозданием. После проведения российскими саперами очистки сельскохозяйственных угодий на наличие взрывоопасных предметов и разминирование не разорвавшихся боеприпасов. Убираем, собираем. Раньше собирали пшеницу, сейчас пользу собираем. Ну, старая техника, на старой технике убираем. То, что есть, убираем. Нехороший урожай получился, нехороший, но все равно не должны убирать на зиму для скота. Лошадей у нас гектаров много, в селе у нас за 1000 гектаров, но сейчас мало что осталось нам. Ну, что есть, то сеем, то обрабатываем по возможности. И спасибо российским миротворцам, что в этом деле помогают нам. И уборки, и надеемся, и сейчас будет осенняя работа начнется. Надеемся, что будет помогать, то есть обеспечивать безопасность, чтобы мы свою работу делали. Агротехнические применяют. Да? С уборкой полей в Аскеранском районе сбор урожая пшеницы в Нагорном Карабахе будет практически завершен. Но местные жители уже обращаются в центр гуманитарного реагирования, чтобы не сорвать посевные работы. Напомним, что в соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджана, премьер-министра Армении, с 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий в Нагорном Карабахе развернут миротворческий контингент Российской Федерации.